Я дарил $200. Ну, наверное, долларов 100. Ну, 200-300 долларов. Не меньше 1000 долларов. 100-200 рублей где-то так. Долларов 200, я думаю, как минимум. Ну, как минимум, чтобы окупить свое присутствие там. Мы считаем, что самым близким нужно дарить, ну, там, посуду, постельное белье. Точно не деньги. Ну, не меньше 100 долларов человек. Все, дарите. А нету, границы нету. Сколько хотите, столько и дарите. Мне бы хотелось, чтобы мне когда-то подарили путешествие на двоих. Квартиру, дачу, виноградники во Франции. Какие-то хозяйственные полезные вещи по согласованию с молодоженами, конечно же. Главное, чтобы это не была 120-я хрустальная ваза, или чтобы все гости принесли там наборы посуды, ложек, вилок. Может сделать что-то своими руками, какое-нибудь творчество. Ценные воспоминания. Лучше всего деньги. Постельное белье, мультипекарь, мультиварка, тостер, микроволновка. Деньги уйдут, а эмоции от этого чайного сервиза, от мультипекаря, которым ты будешь каждое утро свою жену радовать, что может быть лучше? Золото. Платье накрутить, что он бриллиант, я не знаю. Хотелось бы. Если мы обратимся к старым традициям, невеста приходила с каким-то приданным, соответственно, она окупалась уже, невеста. Должна, чтобы у тех, кто слышал про эту свадьбу, у их друзей не было такой мысли, что очень тяжело делать или это невыгодно, чтобы такой мысли не возникало, потому что для свадьбы не это главное. Нет, конечно, это не то мероприятие, которое должно окупаться. Думаю, в большом минусе останешься. Конечно, должна. Должна, но не знаю, как это происходит, не происходит. Это абсолютное табу. Ну, это для меня вообще кредит. Это такое очень серьезное мероприятие, и начинать жизнь с кредита тоже бы не хотелось. Кредит легко очень брать. А очень это не я придумал, а тяжело отдавать. Лучше скромнее сделать свадьбу. Это начало семейной жизни, начинать ее с кредитов, это как-то грустно. Нет. Точно нет, потому что точно не окупится. А если у тебя единственная мечта – это хорошая свадьба, то да. С точки зрения инвестиций можно рассмотреть, но в целом, да и в целом кредит – это хорошо. Как по мне, интереснее, когда вы можете сами заработать и сразу оплатить, собственно, свадьбу. Если готовы брать кредит, значит, лучше не жениться. Заработайте сначала, ребята.